Друзья, всем привет! Вы на канале Дикищ, меня зовут Дмитрий, и это гайд по прохождению игры Teardown. Значит, миссия ОПА. Новый предмет у нас с вами. Давайте посмотрим. Ага, это динамит, который когда-то у нас был с вами в миссии, где нам необходимо было взорвать башню. Давайте мы сейчас сломаем наше лого. Бам! Огонь! Значит, миссия номер 12 у нас. Значит, на данной локации нам необходимо будет с вами украть целых 6 предметов. 4 из них это будет у нас как основные задания и 2 дополнительные. Значит, мы с вами постараемся, конечно же, опять выполнить все 6 заданий. И первое, что я сделаю, давайте я сохранюсь. Все, всем приятного просмотра, поехали! И первое, что я делаю, значит, вот таким нехитрым способом я проделаю проход сквозь здание для беспрепятственного нашего дальнейшего отхода. Как видим, первый предмет у нас находится сразу же недалеко от нашего здания. Давайте поставим его вот таким образом, чуть поближе. Я буду сохраняться. Так, идем, значит, за предметом номер 2. Мне нужна будет вот эта урна, чтобы поставить ее вот сюда. Далее берем доски. Делаем таким образом. Берем ружье. Вот здесь нам помешает бордюрчик. Берем далее доски и вот таким образом мы протягиваем досочку сюда. Лишнее убираем, чтобы нам не помешало. Так, возьмем давайте вот эту скамейку, наверное, и тоже поставлю ее, наверное, как-нибудь вот таким образом, чтобы мы смогли по ней прям забежать. Так, мне нужно опять ружье. Вот наш предмет номер 2. Так. Забежали. Так, давайте опять сохранюсь. Так, давайте его вот туда немножко скинем, чтобы мы могли беспрепятственно быстренько сюда забежать, схватить и убежать. Давайте я сюда еще, наверное, досочку так поставлю. Угу, отлично. Так, сохраняемся. Так, значит, идем к объекту номер 3. Давайте я вот здесь поднимусь. Ага. Значит, на данной лодке нам необходимо будет его отбуксировать к берегу. Отлично. Так, давайте опять сохранюсь. Так, давайте пододвинем сюда немножко поближе. Отлично. Возьмем наш автомобиль и поедем к объекту номер 4. Так, автомобиль припаркуем примерно вот сюда. Угу. Откроем ворота, чтобы они нам не помешали в дальнейшем. Здесь также откроем двери, возьмем досочки и вот таким образом сделаем нашу дорожку. Ага, вот он наш предмет. Сохранюсь. Теперь мне нужно ружье. Угу. И вот как я идеально припарковался. Спрыгнем прямо к нашему автомобилю. Значит, возьмем еще досочку. Я думаю, вот так вот сделаю, чтобы
точно уж никуда не упасть, запрыгнуть в автомобиль и ехать далее. Отлично. Сохраняюсь. Значит, следующий объект. Так. Да. Здесь нам нужен данный агрегат. Объясню зачем. Вот этот заборчик слева, он, зараза, постоянно мешает. То машиной врежешься, то там дверцы не откроются. Советую его сразу снести. Вот таким образом. Вот так. И здесь прям паркуемся. Идеально. Чистота, порядок. Никто не мешает. Значит, здесь открываем тоже ворота, чтобы они нам никак не помешали. Наш предмет, вот он находится здесь наверху. Давайте я сохранюсь. Так, вот так я скину. Аккуратненько. Отлично. Давайте еще вот так поставлю досочку, чтобы мы могли более быстренько сюда забраться, схватить и убежать. Значит, нам нужен еще вот этот автомобиль, чтобы мы могли быстренько отсюда, вот сюда приехать. Так, вот эти мелочи всякие, да, лучше сразу убирать. И они, зараза, все время под колесо попадут. Вроде бы мелочь, а такие неприятности создает, честно слово. Так, значит, паркуем наш автомобиль, ну, примерно вот таким образом. Отлично. Так, этот я уберу чуть подальше. А на этом мы поедем к следующему объекту, с которого мы и начнем наш забег. Так, нужно развернуться и аккуратненько припарковаться. Примерно так. Угу. Отлично. Давайте опять сохранюсь. Вот и все. В общем-то, я все подготовил. Отсюда сюда, 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 сюда. Все. Поехали, друзья. Так, подождите. Сохранюсь. Все, поехали. Бежим. Садимся. Так, что-то я как-то неудачненько припарковал. Берем следующий. Поднимаемся наверх. Хватаем. А, 16. Ну не, нормально, успеваем. Все, у нас остался последний предмет. Я вижу, вертолет за нами летит. 10. 9. Надо было еще, кстати, автомобиль, да, поставить вот туда. Ну, хорошо. Успели? Да и ладно. Можно было, да, подогнать еще один автомобиль, да, к тому синему контейнеру, чтобы мы могли быстренько до дома доехать. Тогда бы мы сократили еще время. Ну, по сути, здесь тоже есть небольшой запас. Главное, мы миссию выполнили. Все. Всем спасибо за просмотр. Опять же, если понравилось видео, поставьте лайк. Напишите, может быть, какой-нибудь комментарий. Может быть, что-то вам... Может быть, что-то изменить, что-то подкорректировать где-то хочется. В общем, большое спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.